Вернисаж рождественской открытки предварил большой список мероприятий Российского центра науки и культуры. Открылась выставка в дни святок в преддверии Старого Нового года. И это не случайно. Это время в царской России было периодом торжеств, приятных встреч, ярких, интересных мероприятий. Всю эту атмосферу смогли передать репродукции рождественских открыток. Более сотни интересных экспонатов привезли в Брест представители Витебского отделения Республиканского русского общества при поддержке культурно-информационного центра «Сокровища мира». В данной экспозиции представлено 100 репродукций старинных рождественских открыток. И, конечно, уникальность именно в этом и заключается. Ангелы и сказочные персонажи, играющие на катке дети, снеговики и, конечно же, главный атрибут – красавица Ель. Насколько велико разнообразие представленных сюжетов рождественских открыток. Есть среди всего многообразия и фотооткрытки. Эти небольшие карточки впитали в себя историю большой страны, демонстрируя, как люди ждали праздника появления Христа, как готовились, как верили в чудо и делали его для других. За такую короткую историю были изданы десятки тысяч открыток. А рождественские, они сами по себе уникальны, потому что праздник уникальный. Праздник света, любви, добра, радости. И, конечно же, здесь представлена небольшая коллекция. И это всего лишь репродукции, но они дают представление о празднике, о духе этого праздника, о символе этого праздника. Вот эти открытки, они, во-первых, передают то настроение светлое, возрождение жизни, потому что Рождество – это что? Это возрождение, это нарождение новой жизни. Первые гости экспозиции были приятно удивлены ее масштабом. В рамках нескольких стендов организаторы смогли показать эволюцию открытки, ее вариации, познакомиться с необычными экспонатами можно будет до 19 января.